Вот мы слышим крики. Да, похожий момент наступил. Вот эти люди, они у окошка, через которое обычно патриарх передает. Вот да, мы да, видим да, огонь, появление огня. Вот. Все. Это событие совершилось. И мы сейчас увидим, как весь храм превратится в полыхающий огонь. Это действительно такая особенная радость и единственное место на земле, где уже сейчас мы можем произнести эти замечательные слова: «Христос воскресе!» Воистину воскресе! Вот огонь начинает распространяться. Гонцы сейчас его понесут по разным уголкам города. Вот вы по храмам будут зажигать все лампады. Да. Еле пробирается через толпу, неся в своих руках зажженные свечи. И видите, как храм медленно заполняется огнем. Вот Владимир Иванович уже держит огонь, который, как мы сказали, сегодня в 10:30 будет уже в Москве. И также будет передан во очень многие города России. Практически по всей России, за ее пределами, православные будут хранить этот огонь, этот символ пасхальной радости.